Приветствую вас на канале Timelapse Game. Продолжим игру. По заданиям у нас попасть в подземелье под колодцем и нарубить сосны побольше. Как я понимаю, доски выпадают из деревьев случайным образом. А для риса мне надо идеальные доски, как он и просил. А тут в переводе обычные написаны. Дойдем до плотника. Может, у него есть какие-нибудь лекарства? То есть эликсиры, чтобы доски были получше. Может, в принципе, не его купить 30? Но пока не буду, попробую. Я куплю. На всякий случай мне надо 3 доски таких. У него эликсиров никаких нету. Вот мы просто будем рубить. Пока что не выпало ни одной доски. Или может надо определенные деревья рубить. Вот такие, к примеру, тонкие. Ну да, из них выпадает. Также идеальные доски тоже у меня выпадают из них. Или проверю. Да, у меня уже 3 доски есть идеальные. И сосновых у меня уже 19. В принципе, можно уже сдавать квесты. 10 досок мне надо плотнику отдать. И 3 доски рису идеальных. Мне он дал топор прочный. Сейчас надо к рису. Он у нас справа снизу вроде. А нет, сверху. Он у нас спит. Сохранимся. Разбудим его. Ему же надо было 3 доски. 4. А я 3 собрал. Не перепроверил. Обратно в лес. В принципе, все. 4-ю я получил доску. Идеальную. Точно? Да. Сохранимся еще раз. Вот, держи. Так, у него стрельба из лука. Взлом замков. Использование ловушки, ловкость. Для взлома надо 275 талеров заработать. У него есть отмычки и ловушки. И рецепты для производства. А почему не одинаковые? А на разных врагов. Он мне еще вроде еще что-то дал. В рюкзак. Заточку. Ну, а слабая. Так, да. Надо ему что-нибудь продать сначала. У него 400 есть. Некоторые вещи ничего не стоят для него. Есть ли разница, кому что продавать? Вот еще интересно. Ладно, продадим вещи. Мне они все равно не нужны. Продать. Сейчас можно научиться взламывать замки. Вроде научились. Взлом. Первого уровня. А дальше мне можешь учить? 390 монет и 3 очка обучения. Надо протестировать это. Они же скоро проснутся, наверное. Сохранимся. Надо подбирать комбинацию влево-вправо, влево-вправо. Если неправильно подобрал, отмычка ломается. Или расходится ее крепость. У меня есть крепкая отмычка. Еще вроде были обычные, да. Они, видимо, одноразовые обычные. Их 8, этих 2. И надо временно взлом. Поэтому это как вариант только ночью взламывать. Там еще в лесу был сундук. Только не помню где. Вот он. Надо еще паука этого убить. Зачем мне сумка? Ну, допустим, добавлю ее сюда. Ну, просто будет как за место сундука. Как сундук, только маленький. Что мы тут подобрали? Мантия лжи добавляет столько же брони, как и кольчуга. И стоит 1 талер всего. Также добавляет мудрость и интеллект. Это странно. Где у меня броня? 28. Нет, сейчас меньше. Измея броню на 10. Измея броню на 10. Не понял. А, видимо, из-за того, что она сломанная, скорее всего. Ну ладно. Сапоги получше есть. И все. Пойдем нападем на паука. Какие-то дебафы дает. И телепортируется. Готово. Тут у нас бомба лежит. Взорвем ее.
Если это можно сделать. Если это нужно сделать. Она пауки разрушает все объекты, к примеру, я могу добыть. Надо еще горное дело развить. И можно будет продавать переработанный металл. У меня пока только одно задание, это подземелье уйти, про которое говорил Дадли, скорее всего. Захотел есть, съем тыкву, побывал, произошел, кирка сломалась, она полностью исчезает у меня из инвентаря, когда ломается, а нет, то есть у меня все 5 сломались, сейчас у меня прочная идет, вроде как. Кто стоит на ловушке, ему все равно на нее. Я даже смог ее обезвредить. Захотел пить. Из ведра можно пить, да? Да. Тут закончили. Пойдемте к кузнецу местному. Обучимся горному делу. Посмотрим, сколько это стоит. Сейчас у меня 300 монет есть. 275. 2 обучения. И полки я сейчас могу плавить. Все, что у меня есть. Закинем сюда дрова, серебряная и железная. А тут можно еще сплавы делать, да? Так, подождите тогда. Это плавить мне нельзя. Железо и медь, что будет, интересно? Ничего не будет. Так, огонь пока уберите. Это тоже железо, да? Два железа. Серебро можно его? Я-то в этом особо ничего не понимаю. Методом тыка. Стальной слиток с помощью угля и железа. А если медь? А вот это лунная руда. Ничего нельзя, а просто лунную руду. Лунный слиток. Но я еще не могу делать его. Сейчас мне интересно, сколько стоит железная руда, непереработанная. Следующий уровень стоит 400 монет и 3 обучения. Железо стоит 25. А где у меня слитки? Железо вроде их брал. Ладно, запомни, 25, ну и дерево. А дерево сколько? По единичке всего. А если два железа запихать туда? Без разницы. Сейчас железный слиток делается. Где он будет появляться? А если открыто у меня, то ко мне в рюкзак сразу. А вот они. 75 стоит. Так, конечно, эффективно перерабатывать и продавать. Из 25 получается 75. Тратится 2. 2 руды. Это получается 50. Плюс дрова. Дрова немного тратится. Сколько у меня? 7 очков. А, нельзя уходить. Только надо стоять и ждать, пока это все переработается. А, вот, можно тут включать и выключать огонь. Подождем тогда. Или не стоит. А уголь просто можно что-то с ним сделать? Нет. А если его в огонь кинуть? Где? Потерял уже. Вот. Нет, им нельзя топить печку. Золотая руда. Золото я тоже не могу пока. Продадим то, что можно продать. У него 539. Безупречный металлический слиток. Он покупает по 41. Так, а где обычные? По 75. А, железный, а тут металлический. Допустим, 533 монеты могу сейчас у него получить. У меня еще куча осталось слитков. Обучимся у него второму уровню горного дела. Тогда я, наверное, могу что-то другое переплавлять. Попробуем золото. Можно золото. 50 талеров. Руда. А слиток 125. Тратится тоже по 2. Значит, 100 и 125. Ну, не так много получается прибыли. А золото и серебро нельзя. Отключим пока. Но золото вряд ли можно с чем-то соединять. Так вот лунный. Лунная руда, непонятно, что делать. Досками тоже можно отопить. Ну да, тут ничего нельзя сотворить. Галантиевая руда. Галантиевая. Пока не могу ничего с ней делать. Лунная. Не могу. Попробуем сделать сталь. Пока нету. Навык рудокопа. А при чем тут навык рудокопа? Или опять перевод такой кривой. Переплавим серебро и золото. 40 стоит руда. Получается 80. 2 штучки и 105 слиток. Никакого опыта я за это не получаю. Только за выполнение квестов.
Думаю, это я все со временем найду. Хватит. Давайте золото немножко переплавим. Мне надо следующий уровень получить. В принципе, у меня денег-то достаточно. Пусть пока горит. У него снова появилось 430 монет. Я могу продолжить продавать. Откуда у него монеты появились? Продать. Сколько стоит следующий уровень? А у него нету. Может только силу поднять. Создавать оружие научить. И создавать броню. Больше ничего нету. И где мне искать следующего учителя? У меня еще 4 очка обучения осталось. Надо еще к вору сходить. Тоже уровень поднять. Так, это у нас вверх вроде. Поговорим с тобой. Вот взлом замков, 3 очка. Все. Больше вроде тебя тоже, наверное, нельзя. Только ловушки, лук и ловкость. По рецептам. Только ловушки. По способности может что-то есть. Интересное. Ну ладно. Оставим пока. Отправимся в руины. Вправо, вниз. Потом можно будет добыть эту кучу камней. Когда-нибудь. В принципе, проблемы с монетами тут нету. Если это все можно... А могу я сейчас? Я сейчас горного дела 2 уровня. Могу я добывать? Нет, не могу. Сколько мне тут идти надо? Не так далеко. Лягушка. Мне немножко ниже надо. Можно на лягушку напасть? Попробовать. Опять в рюкзаке что-то появилось. Мне, наверное, надо вернуться в убежище, скинуть ресурсы. О, у меня слишком что-то забито все. Сортируем сначала. Семена. Скинем. Очень много семян. Тут все. Можно как-то это ускорить? Тут ничего нету в описании. Вот тут еще споры у меня. Я вроде включил сортировку все равно. Потом нужно еще будет кулинарии. Обучиться кулинарии. Чтобы готовить что-нибудь из этого всего. Вот это яйцо феникса вроде для воскрешения. Тоже его спрячем. Одну воду оставим. Тут у нас пустая кружка. Ее можно... Нет, сюда у нас гнилые вещи. Сюда пустые. А где у меня пустые? У меня не то. Ладно, пусть тут лежат. Да, у меня здесь и не. Ой-ой-ой, опять я схватил на Е все из рюкзака. Это неудобно. Закрывать через escape, оказывается. Более по одной штучке вот так таскать, это вообще странно. О, через Alt. Все, так проще. Так, тут у меня факел. Стрелы можно оставить. Что я завис? От големов. В принципе, тоже все можно будет попродавать. Но пока мне... А, и что мне тут добавилось по вещам? Около алтаря, которые... Этот мешочек появился. Ненужный декор. Ну да, просто алтари появились, которые можно использовать. То есть, которые... Ну, скорее всего, они декоративные. Ладно. Поставим сундук еще один. А куда? Нет. Сюда. Да. И остатки скинем сюда. Отмычки оставим. Топоры, инструментов ставим. Телепорт оставим. Если эти вот молоты, которые что-то где-то улучшают временно, я их почти не использую никогда. Как почти? Вообще не использую. Броню тоже сюда скинуть все. Угу, тут у нас всякие такие вещи от животных, от врагов, от насекомых. Кожа тролля. Тут вроде все. И пока все слитки, все, всю руду, все туда. Если что, мы сможем вернуться сюда. Пока так, все, что вместилось. Больше мне пока ничего не надо убирать. Можно сундучок сделать для этих лекарственных средств. Это мне надо железный слиток и гвозди. И скинем сюда все, что тут у нас лежит. Останавливает кровотечение. Так, оставим здесь этот ядовитый. Опять кушать захотел. Надо бы еще еды с собой тоже взять. Давайте марку. Хотя, вот хлеб есть. У него хлеб есть. Может, мне еще что есть приготовленное, чтобы не трогать сырую еду временно. Вот, как-то так. Все, наелся. Ты пить еще хочешь? Нет, пить не хочет. Ладно, все травы я уберу внутрь. Это приручение, лечение растений, огонек бутылки.
О, можно огонек сюда спрятать. После призрака летал огонек, наверное, про него идет речь. Потом испробую. Зелья тоже я не использую никакие. Лечение оставим. Мана мне, в принципе, не нужна, но пусть будет. Поглощение урона. Оставим пока зелье получше. Огненный урон. Телепортация в случайное место. Бутылка пустая. Тоже пустая, да? О, можно превратиться в крысу. И в личинку. Интересно. Так, тут все. Да, все. Возвращаемся назад. Нападем на эту лягушку. Сохранимся. У собаки кровотечение. Ну, в принципе, жив-здоров. У него восстанавливается быстрее, чем тратится. Факела у меня остались только 4 штуки. Пока потушим. Ну, в принципе, правильно. А вот тоже вижу. Уже все видно. Сохранимся и пойдем внутрь. Хотя там мне факела понадобится. Много-много ловушек. Как делаются факела? Ой, тут мне враг, оказывается. А что она на меня не нападает? Готово. Там еще одна. Готово. Так, вернемся обратно. Рецепты. Факел. Бревно, доска, холст и масло. Сколько штук? 4 штуки. Масло у меня там, ладно, в принципе, тут и без факела видно. Это уже так стреляет отсюда. Это еще головоломка какая-то, да? У меня немножко тратится энергия после укуса крыс. Тут сундук. А, могу толкать. Ну, тогда потолкаем туда, чтобы мне пройти и ничего не мешало. Да. Хотя, скорее всего, мне надо было двигать ее. А эти можно двигать, которые стреляют? Оп, почти убило. И вряд ли головоломку можно перезапустить, чтобы она мне разбила. Кто-то меня ударил, или я кого-то ударил. Выпьем лечение. 2 штучки. О, оук. И даже не видно. У меня закончились стрелы. Возьмем огненные пока. Вблизи эффективнее стрелять, сбить мечом, чем пытаться попасть из стрелы на таком расстоянии. Мы сохранимся, попробуем сдвинуть. Хотя вряд ли получится. О, собаку убила. Поставим стрелку в правильное место. Еще раз. Стреляет он недалеко. Вроде так, да? Готово. Можно сдвинуть, чтобы не мешало мне. Еще одна. Тоже пока сдвинем. Крыса. Воскресим собаку свою. Нападем на крысу. Надо бить настоящую крысу, она у меня здесь. Так, побежим пока, надо собаку пропустить. Все, готово. Алтарь, обелиск. Мне много что бьет. Еще лекарство выпьем. Мне надо разбить или попасть в обелиск надо, к примеру. Так, врага у меня больше нету, поэтому выгоняем собаку, чтобы она мне... А, так не получится. Чтобы она мне не мешалась. Примерно так. Сейчас вправо надо. Снова вверх. Ой. И вправо в обелиск, скорее всего. Куда ты? Туда. Немножко неудобно сделано тут. Ходит он не никак. Примерно так. Готово. Убираем. Сохраняемся. Какой-то человек сидит или кто это? Просто исчез. Его прокляли, он тут вечно сидел. Косточки. Ну, тут все. Верхнюю, конечно, надо бы попробовать пройти. Но вряд ли я с этим справлюсь. Интересно, зачем эта стрелка здесь? Надо убрать эту. Сохранимся, чтобы случайно не умереть. Вот и куда мне надо направить? Вряд ли в сундук. Нет. Загрузимся. Сквозь сундук нельзя. И зачем это? Может, можно сломать какую-то? Хотя вряд ли. Нет, тут ничего нельзя ломать. И туда я не пройду. Загрузимся. Толкнем в другую сторону. Как это неудобно управление сделано. Все, отключаем. Дальше не понимаю куда. И туда я сейчас не пройду. И стоит ли туда идти? Я же могу это все притащить туда?
Еще одну. Тут иногда проще... Нет, не проще. Думал проще с мышкой, но нет. Вот опять приходится лечение тратить. Сохранимся. Тут тоже сохранимся. Тут прошлись. Ничего интересного, только монетки. Сейчас с монетами у меня особо проблем нету. Готово. Тут все. Возвращаемся назад. Может, пройти некуда. Я думаю, тут будет проход по заданию пройти в колодец. Но нет. Это просто руины. На этом мы закончим эту серию. Прошло час. Спасибо за просмотр. Поддержите канал, поставьте лайк. До свидания.